Добрый вечер, я Владимир Мазур. Вы смотрите программу «На справде» в прямом эфире телеканала «Симон». И я напоминаю, телефон нашей студии 7-175-501. Пожалуйста, звоните нам. О теме программы несколько позже. А пока что я с удовольствием представляю гостя нашей студии. У нас сегодня Евгений Жилин, глава Харьковской общественной организации «Оплот». Добрый вечер, Евгений. Добрый вечер. И давайте в качестве, ну, что называется, анонса темы, такого вводного материала, посмотрим небольшой сюжет, который прольет свет на то, о чем мы сегодня будем говорить в течение ближайших 20 минут. Давайте. Власти США имеют право убивать американцев на территории других стран, если они представляют неминуемую опасность и их нельзя захватить живыми. Такое заявление сделал генеральный прокурор Соединенных Штатов Эрик Холдер. Когда такие люди берутся за оружие и присоединяются к Аль-Каиде для подготовки своих атак, направленных на убийство своих же соотечественников, может быть только один реалистичный и адекватный ответ. Мы должны принять меры, чтобы остановить их в полном соответствии с Конституцией. Мы просто не можем позволить себе ждать, пока их смертоносные планы осуществятся. И мы не будем. Так на территории Йемена ликвидировали идеолога Аль-Каиды, уроженца США, Анвара Аль-Авлаки. ФБР утверждает, что он был причастен к организации терактов 11 сентября. За эту операцию американские правозащитники обвинили Барака Обаму в нарушении Конституции. Влиятельный Американский союз защиты гражданских свобод заявил, что подобные действия нарушают американские и международные законы и позволяют американскому правительству уничтожать американских граждан без суда и следствия вне поля боя. С американскими коллегами солидарны правозащитники других стран. Говорить о внесудебных казнях, мне кажется, в начале 21 века, ну, довольно странно. Если можно найти человека и убить его, то, вероятно, можно найти человека и арестовать его, и доказать его вину через справедливый суд. Может быть, это сложнее, но правительства должны идти на эти сложности. Для того, чтобы не стать самим террористами. Харьковская правозащитница Людмила Клочко рассказывает, у мирового сообщества нет ответа на вопрос, как бороться с терроризмом. Тем временем гибнут мирные жители. Именно поэтому и возникают такие радикальные идеи. Расправа спецслужб над своими соотечественниками или наоборот врагами на территории других государств сегодня не редкость. Украина и даже Харьков не исключение. Около года назад из поезда Харьков-Киев израильские спецслужбы выкрали палестинца и теперь обвиняют его в разработке оружия для террористов. Я не считаю, что вина Украины, которая за выражение, она меньше, чем вина Израиля. И если подавать суд, то, конечно, на Израиль и на Украину и пока как же на палестинскую автономию. Ну, такая вот проблема, казалось бы, с первого взгляда вроде бы далекая, что нам до американцев, которые выслеживают своих соотечественников за рубежом, но вот в конце сюжета оказывается, что не такая уж и далекая и касается непосредственно нас. Есть две, наверное, четкие позиции в отношении вот этой проблемы. С одной стороны, понятно желание властей государства выследить своего врага, пусть даже на чужой территории, пойти на какой-то компромисс с законом, но уничтожить своего злейшего врага. С другой стороны, вполне понятно, есть нормы международного права, суверенитет и так далее, и так далее. Вот ваша позиция, все-таки целесообразность, с одной стороны, законность, с другой. Знаете, как наша позиция на самом деле проста. Все-таки хотелось бы солидарность правозащитниц. Пусть это будет сложнее, но это будет справедливо и правильно. Особенно, когда это звучит со стороны монстров, слонов, таких гигантов и так называемых стран, которые устанавливают стандарты демократии. Вы понимаете, понятие «стандарт демократии», она говорит «делай, как я», и это правильно. Если вы будете делать, как я, это правильно. Если эта страна говорит, что есть ООН, есть Совет Безопасности ООН, международный орган, который был специально создан после войны для того, чтобы решать все проблемы в мире. У них есть достаточно методов влияния, есть свои уже воинские подразделения. Любая страна, которая скрывает террориста, может быть подвергнута санкциям экономическим. С нее запретят что-либо вывозить и в нее что-либо завозить. Все мировое сообщество может объединиться,
Ну, это при том случае, если вы предоставите доказательства, что там действительно террорист, что он террорист. Пожалуйста. Есть методы. Но это идет упрощенная схема. В чем опасность этого заявления генпрокурора? Первое, то, что оно официальное. Официальное лицо, которое призвано соблюдать за законами в стране, говорит, что это правильно, это законно, и мы так будем делать. Второе, что исполнение данной воли будет происходить на основании международных принципов ведения войны. То есть есть порядок доставки преступника из-за границы. Это через Интерпол. Суд, есть суд, который признает лицо преступником, обращается потом правоохранительные органы в Интерпол. Интерпол связывается со страной, где находится этот преступник, тем более гражданин США. И эта страна, ее национальные правоохранительные органы задерживают и доставляют этого человека в США. И, пожалуйста, дальше судите. Как говорится, мама и папа может сама отшлепать своего гражданина у себя. Но у меня на моей территории шлепать даже вашего гражданина нельзя. Есть суверенитет. А они говорят, Интерпол не надо. Есть международные принципы ведения войны. Что это такое? Сегодня иностранного гражданина с Харькова выкрали. Все имена выкрасть сложно было. Их разбомбили. Что такое бомба? Погиб террорист, а рядом еще человек 10. И если понимать, что с Харькова можно красть террористов, то почему с Харькова нельзя бомбить террористов? Самое главное, что мы должны после этого заявления ощутить себя страной, с той, с которой можно не считаться. И вот как гражданин, которому сейчас официально заявили, что ты живешь в стране, с интересами которой, суверенитетом которого можно не считаться. И мы не будем считаться в дальнейшем. Вот это обидно. Там существенные ведь оговорки есть. Ведь там речь идет о применении вот такого рода силы, вот такого рода операциях, только в том случае, если действительно это доказано, насколько я понимаю, причастность к Аль-Каиде в данном случае. Если нет возможности его захватить каким-либо образом, то тогда вот принимается решение на уничтожение. Почему я, гражданин Украины, наши сограждане, жители города Харькова, должны зависеть от внесудебного решения такой страны мощной, как США. И главное, приговор, или даже не приговор, а решение правительства США, не судебное решение, а правительство США, когда приняло решение, приводится в исполнение военными. Почему меня, наше правительство на нашей территории не ставится в это в известность? Почему в задержании этих людей не участвует харьковская милиция? Пришлите, мы задержим его, если он террорист. Если он действительно поймаем, задержим, мы передадим по этапу. Не знаю, я не специалист. Может быть, в этом случае речь идет о том, что будет упущено время и будет упущен момент. Ведь все эти процедуры занимают не одну неделю, а иногда и не один год. Вопрос об экстрадиции длятся десятилетиями даже. Это же дело, что это правильно. Есть вопрос, что кажется проще и неправильно. Ну, что проще, но получается немножко как-то, когда в США ты живешь, наверное, это кажется правильным. А вот когда ты живешь в стране с интересами, которые можно не посчитаться, для простоты. Вот это кажется обидно. Предположим, что может ли генеральный прокурор Украины заявить, что если мы обнаружим в США человека, которого мы считаем преступником, не обязательно террористом, террорист это же такое дело, убийцей, который убил, может быть, там 2 человека, 5 человек. Можем ли мы туда послать свой самолет и разбомбить США? Вот мы даже предположить такой бред, да? Да, в общем-то, арест даже, если я не ошибаюсь, только тяжело. С участием, да, только с участием правоохранительных органов. Представляете, то есть, и ты понимаешь всю несправедливость позиции нашего государства, что как-то с нами не считаются. А наша страна и другие страны ничего об этом по этому поводу не говорят. Значит, они принимают эту позицию, значит, она существует в мире. Как должное. Да. Что есть слоны, а есть, грубо говоря, моськи. И вот, если это так, давайте это признаем, что мы живем в слоне, в стране, которая, грубо говоря, моська, а есть рядом гиганты-слоны. И нам надо понять, хотим ли мы жить в стране, которая моська, с которой не считаются, с которой можно
сегодня украсть гражданина, взорвать его, убить, не считаясь с нами, как это было, допустим, даже в Пакистане, когда убили Бен Ладена, и президент Пакистана заявил, что, знаете, я не знал об этом. А президент Обама заявил, знаете, я жене своей не говорил о том, что мы будем проводить эту операцию, она секретная. Буду ли я еще говорить это человеку, которого я не знаю, ну, президенту Пакистана. Не посчитали необходимым, не считаются. И здесь надо понимать, что нам делать. Хороший вопрос. В отношении слонов и мосик, с вашего позволения, несколько цитат. Но сначала я напомню телефон нашей студии 7-175-501. Это прямой эфир, звоните нам. Итак, несколько цитат, которые иллюстрируют, собственно, ваш тезис о том, что это в некотором роде норма, которая существует уже давно. И, к сожалению, не только со стороны Америки она проявляется. 9 сентября 2004 года начальник генштаба российской армии Юрий Балуевский заявил: «Мы будем принимать все действия, чтобы ликвидировать базы террористов в любом регионе мира. Выбор средств поражения будет определять конкретная ситуация в том или ином регионе». Правда, добавил, что речь идет не об использовании ядерного оружия. Это 2004 год. 2006 год. Россия оставляет за собой право на превентивный удар по террористам, если будет точно знать, что в том или ином регионе мира готовится теракт против России или ее граждан, о чем заявил журналистам министр обороны Сергей Иванов. Иванов подчеркнул, что методы и способы не обсуждаются, и для предотвращения угрозы может быть использовано все, что угодно, кроме ядерного оружия. Ну вот совершенно близкий к нам сосед, тоже, в общем-то, игрок первой величины, что называется, вот, на международной арене, та же самая история. Тот же слон. Что делать? То есть, делать? Да? Мы, знаете, такое впечатление, что мы находимся в 17 веке, когда Богдан Хмельницкий принимал решение, что же делать, когда Украина была тоже тем государством, которое вот моськой было. Польша, Турция и Россия. Мое мнение, ситуация так сказывается, что нужно максимально определяться в этой жизни, с кем идти и определять слона, с кем быть вместе, рядом, как-то там, или вообще очень вместе. У нас есть сосед, братский нам народ, единый с нами народ, с единой историей. Что определяться? Евгений Петрович Кушнарев сказал, вот 40 километров они от нас. Да, но если этот сосед скажет, что где-нибудь там, не знаю, в Карпатах, в Крыму у нас гнездо террористов, и он вправе нанести удар. Уже ответили на свой вопрос. Он и так это уже может сказать, а мы не можем ничего возразить. При этом сосед является гарантом нашей безопасности в связи с Будапештскими протоколами. Я же вам сказал, мы уже пришли к тому, что мы понимаем, что уже заявление есть официальных лиц, и против этого никто не выступает. Но реальная политика такова, что действительно иногда озвучиваются вслух вещи, которые принято скрывать, да, то есть реальная ситуация такова, что Украина не может противопоставить ничего силе Соединенных Штатов Америки, силе России, силе Объединенной Европы, не знаю, кого угодно. По большому счету, Украина оказалась вообще в какой-то странной изоляции, где она сама по себе не обладает достаточной силой, достаточным влиянием, чтобы вот даже в отношении действий израильских спецслужб отстоять свой суверенитет. Да. Что делать, как быть, превращаться в какую-то, не знаю, милитаризированную страну с мощно возрождать ядерную программу. Что делать? Нет, наше мнение, не надо ничего возрождать. Есть мощный сосед. Нам по национальности не то, что близок, мы едины. Это Россия. Вот, чтобы понимать, мы ее можем любить, можем не любить, может быть довольны их высказыванием. Мы ничего не можем сделать против таких слонов. Мы уже убедились, что мы ничего не можем. Но чтобы не попадать под влияние других слонов, как говорю, было тогда, в 17 веке, там, Турции или Польши, мы выбираем тех, кто нам ближе. Ближе Россия. Поэтому есть СНГ. Вот в рамках СНГ надо максимально, возможно, даже с потерей большого доли суверенитета, сближаться с Россией. Это наш брат. И братский народ. И от этого, я уверен, выиграем мы не только в плане безопасности и сохранения своего суверенитета от других слонов. Когда мы нейтральны, нас могут воровать, у нас могут все. Сегодня Израиль, завтра Россия, послезавтра США, может быть, Франция кого-нибудь украдет еще своего. А мы не знаем, может быть, кто-нибудь разбомбит нас случайно.
Так давайте уже кому-то определимся. И пусть только этот слон, с которым, я опять же повторяю, нам близок менталитет. У нас вера одна, православная. И при том, Русь крестилась в Киеве. Не надо это забывать. Патриарх всей Руси из Киева выехал временно во Владимиро-Суздальское княжество, потом в Московское. Может быть, обратно переедет, если будем ближе. Хорошо, почему тогда не второй вариант? Почему не Североатлантический альянс, как самая мощная организация безопасности в Европе, а, пожалуй, что и во всем мире? Нападение на члена НАТО является вызовом всему НАТО. И опыт прибалтийских государств, вот уж куда, ну, извините, конечно, нехорошее слово «моськи», да, по сравнению со слоном, хотя бы чисто географически. Все, они защищены. Они, по крайней мере, могут опираться на своих соседей. Знаете, как не наши они. Вот знаете, Югославию надо вспомнить. Вступила в НАТО. Они же ее и кончили, и расчленили. Вспомните 1936 год, Мюнхен. Тоже чехи поверили Англии и Франции, и Америке. Ну, гарантами были Англия и Франция. Отдали. Вспомните Польшу в 1939 году, когда тоже поверила, что вот-вот французы откроют второй фронт. А они говорили, да, мы сейчас открываем его. И ни одного выстрела, ни одного самолета не взлетело. Не наши они. Вот в чем вопрос. И Богдан Хмельницкий в 1917 году также думал и гадал, куда же пойти. К туркам, которые тоже мощные были, и Россия боялась Турции. К полякам, которые тоже мощные были, и Россия тоже опасалась их. Богдан Хмельницкий 6 раз обращался к царю российскому, и российский царь не принимал. Богдан Хмельницкий в последние годы жизни, единственное, что я от себя добавлю, он говорил, что как мы к Москве пришли, так мы от вас уйти и можем. Это когда Москва начала притеснять наши права. Но не об этом речь, это долгий исторический уже, наверное, экскурс. У нас есть телефонный звонок, давайте с вашего позволения послушаем наших телезрителей. Пожалуйста, вы в эфире. Пожалуйста, вы меня слышите, да? Да, мы вас слышим. Вот была война в Югославии, Россия не заступилась за Югославию, значит. Сейчас там идет Сербия. Только чисто политические высказывания. Разбомбили Ирак, Россия всю жизнь дружила с Ираком, ничем не помогла. Так может нам лучше с другими сильными странами дружить, с Америкой, с Израилем там. Или эта война с армянами на Кавказе убедила Россию в том, что она такая огромная, а тем не менее она земли отдает Китаю, там боится его. Она ведь тоже моська по сравнению с Китаем, допустим, или с Америкой. Так зачем да, же нам в эту компанию дурную путаться? Спасибо, вопрос понятен, пожалуйста. Вот действительно есть. Еще раз сказал. У нас с ними единая история. Мы единый народ. По поводу слона и моськи, я говорю, есть Вторая мировая война. Это единственное событие, боевое столкновение мирового масштаба, последнее, где проявились мужество, стойкость наций. Так вот, во Второй мировой войне, прошу прощения напомнить, что самой сильной оказалась наша нация. Поверьте мне, что когда придет время, дух нации опять возродится. Поэтому не надо нам искать. Там на стороне. Наши братья здесь. Хорошо. У нас остается буквально несколько минут до конца нашей программы. И я хотел бы затронуть не правовую, не юридическую, наверное, плоскость, а моральную, если можно буквально в двух словах. Вот фактически та же самая история. Помните, наверное, после Мюнхенской Олимпиады, когда был знаменитый теракт в отношении израильской сборной. Да. И была очень долгая кампания «Гнев Господен», когда Моссад искал террористов за рубежом очень много и, собственно, ликвидировал их. Вот если говорить просто о симпатиях и о том, вот, на чьей стороне, да, вот сердце к чему лежит, вот вы одобряете такую тактику? Вот в этой ситуации вы все-таки на стороне Израиля были бы или на стороне тех террористов, которые скрывались в странах, рассчитывая на их защиту и зная, что их там не тронут, потому что суверенитет? Так просто и хочется сказать, знаете, я за Израиль. Вот так вроде бы, так они правильные, молодцы, и молодцы, что ответили. Молодцы. Но с другой стороны, вот так хочется, чтобы все-таки в мире правило право. Потому что от этого простого решения и вроде бы правильного, так быстро к незаконию, беззаконию. Такой грань. Мы так строили это правовое государство, правовое международное сообщество, чтобы запретить кому-либо сильному влиять. Чтобы это все ради какой-то такой минутной радости разрушить. Дать право это все разрушить. Евгений Жилин, глава Харьковской областной общественной, прошу прощения, организации «Оплот», сегодня был у нас в гостях. На этом, увы, все. Спасибо вам, Евгений. Спасибо вам. Благодарю, что нашли время для наших телезрителей. Вынуждены прощаться. До свидания.